Все хорошо, приятель. Но мы же видели собаку ночью. Мы видели ее. Нет, но собака все же была. Оставила тут следы и напугала очевидцев. Обычная собака. Мы оба видели ее, но в том образе, какой преподнесло наше отравленное сознание. Вот как это действует. Страх и стимулы. Никакого монстра не было. Шерлок! Снова! Шерлок! Генри. Снова! Генри! Нет! 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 Генри! Генри! Шерлок, ты видишь это? Он не под наркотиком, Шерлок! Что это? Что это? Похоже, она еще здесь. Это просто пес, Генри. Ничто иное, как обычная собака. Боже! Господи Иисусе! Он в тумане. Наркотик в тумане. Распыленный аэрозоль. Записи. Помнишь? Проект Хаунд. Это туман. Химическое минное поле. Ну, Бога ради! Убейте ее! Посмотрите на нее. Нет. Вперед. Не хочу, не хочу. Вы должны посмотреть. Ублюдок. Чертов ублюдок. Прекрати. Генри. Перестань. Все позади. Уже все закончилось. Успокойся. Мертвых могут услышать. Ему надо было не просто вас убить, а дискредитировать каждое ваше слово об отце. И средства для этого под ногами. Химическое минное поле убивало ваш разум все больше и больше при каждом вашем возвращении сюда. Орудие убийства, оно же место преступления. Ха-ха-ха-ха. Какое дело, Генри. Шедевр. Спасибо большое. Шерлок. Что? Нашел время. Неудачно? Ничего, ничего. Это не важно. Все хорошо. Потому что это доказывает, что мой отец был прав. Он что-то узнал, верно? И вы убили его, потому что он был прав. Он знал, что вы продолжаете свой ужасный эксперимент. Франклин!